у меня внезапно скончался отец. Завтра будет 9 дней. Но он при жизни был закоренелым атеистом. В Бога вообще не верил. Как бы на все беседы с ним отрицал. И я не знаю, я очень обеспокоена его внезапной смертью. Никто не ожидал. И я хотела бы узнать, что я могу сделать, как его дочь. Я верующая православная христианка. Как я могу помочь душе его? И что будет с ним? Какого-то утешения хотела бы послушать. Что с ним Спасибо. Будет, это не наше дело. И даже гадать об этом, это очень душе не полезно. Понимаете? Пройдет какое-то время, нам с вами за гробом все откроется. Сейчас об этом говорю. Что вы можете для нее сделать? Вы можете помолиться о его душе. Не слыхали такого? Вот есть заупокойные молитвы. Если вы православная христианка, ваш вопрос очень странный. Но есть еще... Можно за него раздавать милостыню. Вот такие два орудия у вас есть, пожалуйста. И это окажет на его душу воздействие. Потому что вы его дочь. Поэтому в вас содержится и часть какого-то его воспитания. Может быть, словом, может быть, примером. Поэтому если вы, как его дочь, делаете добро, то это отражается не только на вас, но и на всем вашем роде. И на живых, и на усопших.